Еще не утихли эмоции по поводу празднования столетия комсомольской организации и ее правопреемника Общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи, а студентов снова собрали на праздник. В Бресте прошло подведение итогов третьего трудового семестра. Награждали лучших бойцов, отряды и принимающие организации. Для молодежи работа в составе студенческих отрядов очень важна. Это их шанс не только заработать первый рубль, не только научиться чему-то новому и приобрести новых друзей, но также и внести свою лепту в строительство и благоустройство нашего любимого города Бреста на пороге его тысячелетнего юбилея, а также для страны в целом. В 2018 году бойцы студенческих отрядов Бреста трудились на строительстве детского сада на юго-западе, Кобринском путепроводе и западном обходе, новом автовокзале и возведении школы-сада в микрорайоне Лагуна, а также на всебелорусской молодежной стройке в Островце. Слова благодарности звучали и в адрес организаций, предоставивших рабочие места. Обеспечивать деятельность студенческого отряда не меньшая ответственность, чем быть его бойцом. Отметьте такие предприятия, как «Полесьежстрой», «Брестжилстрой», «Вагонный участок», «Белтелеком» и ряд других субъектов хозяйствования. Но также хочу сказать, что для наших ребят, наверное, работа в студенческих отрядах – это прежде всего учит их прийти на взаимопомощь. Это заработать первую заработную плату. Это быть вместе в коллективе и внести свой вклад в частичку формирования нашего города Бреста в ее комфорте, в уюте, в красоте. Ну и, конечно же, это говорит о том, что наши ребята не безразличны к судьбе нашего города, не безразличны к тем объектам, которые они делают. И когда сами они это сделают, они будут в 2-3 раза больше его и беречь. В третьем трудовом семестре в Бресте и за его пределами работали 660 бойцов в 55 студенческих отрядах самой различной направленности. Для многих это первый опыт не только практической деятельности, но и начало постижения будущей профессии. Работа в педагогическом отряде самая интересная, потому что мы все студенты Брестского государственного университета имени Пушкина, мы будущие учителя. Поэтому нам очень важно уже на данном этапе убедиться в правильности выбора своей профессии, научиться уже сейчас работать с детьми. К слову, уже сегодня в адрес горосполкома поступают новые заявки от организаций с просьбой направить на работу бойцов студенческих отрядов уже в новом сезоне 2019 года. А это только подтверждает высокий уровень работ нынешних участников третьего трудового семестра. Ирина Ильшова, Эдуард Бакунович, Антон Логовкин, телекомпания БУК-ТВ.